Всем привет, с вами Аза Кашапова. Я расскажу о погоде на вторник, 8 августа. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 11, порывы ветра до 5 метров в секунду. В южных районах малооблачно, без осадков. Днем плюс 26, ночью плюс 13, скорость ветра 4 метра в секунду. В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Днем потепление до плюс 25, ночью плюс 16, порывы ветра до 7 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова. До скорых встреч!